Сегодняшнее наше видео начнем с Тори. А сегодня еще у нас 26 ноября. В центр приехало много волонтеров помогать, много гостей на экскурсии, много гостей с гостинцами. Убирают сейчас и во всех корпусах, и на улице. И полетели. Сейчас готовят вольеры перед зимой. Вчера в субботу полностью все вычистили. Сейчас проблемные места вольеров уличных засыпаем опилками. А я живое видео, ребяточки, пишу. Все! Все, попали! И капюшон не один. Все! А на территории центра можно. Так, полетели. Тут лосятки. Да, кто? Добрынь, ты? Добрыня. Сегодня волонтеры много веток лосяткам нарезали, так что у них сегодня прямо вон пирушка. Да, Шура, пирушка. А, полетели дальше тогда. Здесь у нас еще тоже сейчас лосятники и альпаки, и майк. Пока идет уборка вольера, который открытый большой. Все кушают, пока ждут. Так. Вот ребята как раз порядок наводят. Так, полетели дальше. Так, и в первом видео, и в этом летим к Молли. Молли тут уже устроила вон себе раскопки. Вон Молька. Всю территорию уже взрыхлила, перекопала. Весело, да, Моль, тут весело, копать можно. Да-да-да, ты красавица. Все перекопала. Вижу. Так, ладно, полетели дальше. Погода сегодня не очень хорошая, могут быть помехи по звуку. И летим дальше. Сенечку обязательно здесь мимо летим. Волк бегает. Вот это он ждет, его сейчас кормить будут. Вот, сегодня у нас девочки очень много яблок перебрали. Алиса с Рикой тоже вышли. Алиска. Вон Алиса. Нос с хвостом. Нос с хвостом. Хвостик. Да, хвостик? Что-то увидел вдалеке. Хвостик. Да, хвост. Хвост. И носик. Да, нос. Берлоги у всех уже к зиме готовы. Гималайцы, похоже, что все уже спать легли. Не видно совсем. А, сейчас еще покажу Алису. Вот Алиса в домике в своем охраняет. Одна из трех собак центра. Помимо Алисы, которая в домике, у нас еще Белка и Честер. Здесь их сегодня тоже увидим.
называется «Ячей двор». Маша с Дашей сегодня в домике. День такой промозглый достаточно. Может, и правильно, что в домике. Кого вижу? Люмка на заднем фоне. Полетели к Люмке. Люма, ты тут все проверяешь. Ты тут все проверяешь. Да. А, полетели дальше. Полетели. Так. Здесь уже к зиме все. Афиночку посыпали. Дальше полетели. Тоня с Потапой спят. Не видно совсем. Так, летим на наш дальний выпас. Оп. А вот северная оленя в своей тундре. Вон все четверо. Здесь домик лосиный, который строится. Там хорсы. А идем к хорсам. Где у нас хорсы? Да, скажи, мы сено кушаем. Да. Вот они все, пока олени у себя в тундре лежат, хорсы тут. Люма, ты тут, ну давай. Сейчас мы Люмку выпустим, да, Люма, тоже будешь пастись. Да. Так, Люмка, обходи. Так, здесь у нас экскурсионная группа, он Сережа ведет. Большая часть группы, ребята, которые нам сегодня руками очень помогали. Да, Люма, да, помогали. Давай, выходи. Да, медведи сейчас почти все в берлогах. Вот это копытные. Вовсю ходят. Ой. Так. Идемте к северному оленю опять. Вот он наш большой, это дальний выпас. И там вольеры, где живут крупные. Вот наши красавцы, красавицы. Ух, потягиваемся-то как. Все молодцы, лежат, жуют жвачку. Гензель! Гензель, ты! О, молодцы, все покушали, жуют жвачку. Да, Генс, ты моя рыбочка. Дуняша тоже подтягивается. Сейчас все побегают, попрыгают, покушают и опять лежат, будут отдыхать. Дуня! Дунь! Красавица!
Так, это я что-то не то сняла. Кто-то в туалет сходил. Ну, живое видео, значит, живое. И вот наша экскурсионная группа. Ну что? Ну что? Дуня. Гензель, ты моя рыбка. А, наверное, мы как раз и закончим видео. Гензель пришел, молодец.